Acer Aspire Timeline 3410 – это компактный ноутбук, спроектированный с расчетом на длительную автономную работу. Как правило, подобные модели стоят достаточно дорого и кроме усиленного аккумулятора оснащены не самыми производительными компонентами. Посмотрим, относится ли к их числу этот компьютер. Компактная коробка содержит в себе наиболее важные компоненты. Вместе с компьютером поставляется только аккумулятор, зарядное устройство и документация. Acer Aspire Timeline 3410 поставляется с предустановленной операционной системой Windows 7 Home Basic, поэтому его можно начать активно использовать после первого включения. При том, что ноутбук стоит дешевле своих потенциальных конкурентов, он имеет отличный дизайн и отличается качественным исполнением. Корпус модели окрашен в серый, за исключением рамок вокруг экрана и верхней части рабочей панели. Крышка изготовлена из металла, что позволяет не только уменьшить толщину корпуса до 2,9 см, но и придать компьютеру прочности. Вес с учетом аккумулятора составляет 1,6 кг. Стандартная 6-элементная батарея емкостью 4400 мАч в тесте Battery ITER 2005 Pro показала более 6,5 часов автономной работы. Компактная размеры не помешали оснастить ноутбук удобной клавиатурой. Крупные кнопки нажимаются плавно и имеют небольшой ход. Над раскладкой установлен блок сенсорных клавиш, используемых для активации беспроводных коммуникаций, перехода в энергосберегающий режим и вызова мастера для создания резервной копии. Тачпадом мы также остались довольны, он поддерживает мультитач, а клавиши управления немного утоплены, что делает их использование более комфортным. Справа от сенсорного поля установлена кнопка его отключения. Aspire Timeline 3410 укомплектован широкоформатным экраном с диагональю 13,3 дюйма. Дисплей имеет разрешение 1366 на 768 пикселей и оснащен светодиодной подсветкой. Над матрицей расположены объектив камеры и микрофон. Благодаря использованию процессора с пониженным энергопотреблением ноутбук практически не греется. В большинстве ситуаций он работает бесшумно, а звук системы охлаждения можно услышать только при включении и выполнении ресурсоемких задач. Компьютер не отличается высоким быстродействием. Процессор Intel Celeron SU2300 работает на частоте 1,2 ГГц, а стандартный объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Модель оснащена винчестером емкостью 250 ГБ и интегрированным графическим адаптером Intel GMA4500MHD. В тесте 3DMark 06 компьютер набрал всего 484 балла, а в PCMark 05 показал 2847 пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что производитель в большей степени сконцентрировался на автономности, ну а быстродействие хватит только для базовых задач. Aspire Timeline 3410 стоит около $650, что вполне разумно за это решение. Все порты и разъемы расположены на двух боковых гранях корпуса. Слева пользователь найдет аудиоразъемы, интерфейс USB 2.0, видеовыход VGA и розетку зарядного устройства. На правой грани установлены еще два интерфейса USB 2.0, порт HDMI, разъем гигабитного сетевого адаптера, картридер, поддерживающий форматы SD, MMC, MS, MS Pro и XD, а также отверстие кенсингтонского замка. Беспроводные возможности Acer Aspire Timeline 3410 представлены модулями Bluetooth и Wi-Fi стандарта 802.11bgn. Компьютер имеет как значительные преимущества, такие как прочный корпус и длительная автономность, так и существенный недостаток – достаточно слабую конфигурацию. В результате модель хорошо подойдет для мобильного использования и выполнения наиболее простых задач. А вот планировать серьезную работу с его помощью мы бы не рекомендовали. Резюмируя, можно сказать, что Acer Aspire Timeline 3410 – это хороший вариант для командировок, когда необходим доступ к почте и работа в офисных приложениях.